Глава ЛНР Игорь Плотницкий примет участие в церемонии инаугурации президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, которая состоится 21 апреля 2017 года в Цхинвале. Об этом сообщается на официальном сайте главы ЛНР. Свидетельствуя свое уважение, имею честь направить вам приглашение на официальную церемонию вступления в должность президента Республики Южная Осетия Бибилова Анатолия Ильича, избранного народом Республики Южная Осетия 9 апреля 2017 года, цитирует пресс-служба главы ЛНР официальное письмо в адрес Плотницкого. В состав официальной делегации от ЛНР также вошли глава администрации Луганска Манолис Пилавов и председатель Федерации профсоюзов республики Олег Акимов. В рамках программы запланированы торжественная церемония, праздничный концерт и прием от имени президента республики Южная Осетия.